Неосторожность при пересечении дороги сыграла злую шутку с пенсионеркой. Пожилая женщина решила перебежать проезжую часть прямо во время потока машин. Водитель десятки ехал домой с работы. Бабушку заметил слишком поздно, затормозить не успел. Впереди машина, короче, едет не слишком быстро. Решил обогнать ее. Пошел на обгон, на встречке не было машины. И внезапно, как машину уже обошел практически, видел уже бабушку, то, что она бежит. От удара пенсионерка пролетела несколько метров, ударилась об асфальт и скончалась на месте. Авария произошла около 16:00 вечера на дороге, ведущей в сторону БСИ. По предварительной версии, женщина переходила в неположенное место. На месте работают сотрудники ДПС. Полные обстоятельства выясняются. Хотим обратиться ко всем участникам дорожного движения, как водителям, так и пешеходам, соблюдать правила дорожного движения, переходить в положенных местах и быть предельно осторожными на всех участках дороги. При себе у погибшей не оказалось документов, поэтому установить ее личность и возраст пока невозможно. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов ищут родных пенсионерки и выясняют детали трагедии. Светлана Шумкова, Фахри Исламов, новости НТР.